В Люберецком городском жилищном тресте прошли общественные обсуждения обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям Подмосковья. Их провел глава городского округа Владимир Ужицкий. На встрече побывала наша съемочная группа. Чуткая власть. Этот тезис стал ключевым в ежегодном обращении губернатора к жителям Московской области. Основные направления, обозначенные главой региона, Владимир Ужицкий обсудил с сотрудниками управляющих компаний, советами МКД и представителями ресурсоснабжающих организаций. Чуткая власть – это не про законы, не про постановления, она про культуру отношений, умение слушать и слышать друг друга. Слышать друг друга и работать с властями в режиме онлайн помогают современные технологии. С приходом новой цифровой эры решать те или иные вопросы стало намного проще. В области есть добродел, есть единая диспетчерская служба, есть 112, сегодня есть ЦУР, куда слетается вся информация от жителей. За время создания ЦУР нашим муниципальным отработано более 127 обращений. Одна из главных задач – повышение экономического потенциала региона. Среди тем, на которых губернатор акцентировал особое внимание – развитие системы здравоохранения и образования, а также социальная поддержка незащищенной категории граждан. Для одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет – с 1 мая 2020 года планируется введение ежемесячной доплаты в 1000 рублей. На встрече рассмотрели вопросы раздельного сбора мусора и работы регионального оператора по утилизации отходов. Отдельно остановились на теме благоустройства зон отдыха и строительства объектов образования. Общественное обсуждение ежегодного обращения губернатора Московской области в городском округе Люберцы продолжится. Луиза Игазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.